Всем доброго времени суток. Очередная мелкая бандероль с Китая. Так, почему-то здесь Эстония написано. Опять электрик написано. Понять, что здесь, невозможно. Это все посылки, которые вот, последние посылки, которые я распечатывал, они все идут почтой, которая на территории Украины не отслеживается. Это службы доставки, которая на территории Украины не отслеживается. Так, здесь в пакете больше ничего нет. Бумажка от Gearbest. Ага, это Wi-Fi, этот удлинитель от Xiaomi. На пакетике значок Mi. Достаем саму эту штукенцию. Вот так вот она выглядит. Вот здесь вот так снимается USB вход. Вставляем ноутбук, компьютер и вперед. Очень нужная иногда вещь для усиления сигнала. Здесь какие-то, здесь кнопка Reset и еще какая-то, это светодиод или кнопка, непонятно. Итак, заказ был сделан на сайте Gearbest. Стоимость данного, назовем его так, усилителя $6, если не ошибаюсь. И на пакетике написано июнь, 17 июня 2016 года. Вот, наверное, это дата отправки. То есть добирался сюда он 26, ну 25 дней где-то. 3 недели в общей сложности. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Заходим на Gearbest, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.